главному тренеру футбольного клуба Актобе Игорю Рахаеву. Пожалуйста, вам слово. Всем добрый вечер. Ну, мы знали, что команда соперника забила много мячей со стандартов и чуть-чуть потеряли концентрацию, которая привел к пропущенному мячу. Ну а так, ну, я думаю, по игре ребята делали все возможное, которые вышли на поле. Но, к сожалению, чуть-чуть не хватило где-то хладнокровия. Есть ли вопросы? Пожалуйста, можете задавать. Опять же, не видя постоянного урок, неудобно. Вот это неудобство наше, пресс-мест наш. Вы сменили количественное число защитников в итоге, но не перешли, по-моему, на схему, да, все-таки с четырьмя линиями. То есть Шурыгин опускался на третьего центрального защитника. Да? То есть не рискнули или мне все-таки плохо было видно, извините. Два защитника перестроились, играли, Головик и Папа. Так что там. А, то есть был Шурыгин на атаку, конечно. Но смысл сидеть в обороне 2-0 проигрывать или ничего, там смысла не было. Как из этого диапазона, Валерий Владимирович, как считаете, с чем связана слабая игра того плана, где играл Багдат Каир в первом тайме? Ну, Багдат еще чуть-чуть не почувствовал тот темп, тот ритм. Он чуть медленновато работает, еще, скажем так, не полностью он восстановился после травмы. Еще надо еще время ему для чуть-чуть тот футбол, который мы играем, он пока не успевает еще. Так что я думаю, что в ближайшее время это наладится и пойдет на улучшение. Если судить по сегодняшнему увиденному игровому рисунку, можно ли говорить, что в основном атаки Актобе нацелены на навес и на длинные забросы? Ни в коем случае нет. Это уже была, скажем так, как навал такой, как таковой, да. Так что здесь это ни в коем случае такого мы никогда не наигрывали на тренировках, никогда не делали. Так что это стечение обстоятельств. Играли по игре. Спасибо большое. Если вопросы больше нет.